Добрый вечер. Находимся в Арабских Эмиратах, город Шарджа, на набережной Шарджа. Вот каждый вечер здесь такое представление. Полдевятого вечера начинается салют. Это каждый вечер для людей просто салюты, чтобы люди развлекались, тащились. Или как у нас 9 мая на День Победы, все бегут посмотреть салют. Тут ежедневно. Вот по территории всего всей набережной. Там светящийся мечеть. Ежедневно для людей. Ездят тут вот паровозики, возят людей. Фонтанчик горит. Тут какой-то парк аттракционов. Все светится, горит, мечеть, главная города, вся переливается тут, колесо обозрения вдали.